На канале ТНТ грядут большие перемены. 1 июля к своим обязанностям приступил Сергей Светлаков, без которого невозможно представить жюри проектов Comedy Battle и «Танцы», а также популярное шоу «Наша Раша». Шоумен подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром Медиа Развлекательное Телевидение» и вернется на экраны как актер, ведущий и рекламное лицо канала, а также будет сотрудничать с ТНТ в качестве продюсера. Сообщается, уже скоро комик будет задействован в собственном юмористическом шоу и новом комедийном сериале. О возвращении Светлакова на ТНТ сообщила Тина Кандилаки. «Подтверждаю, Сережа Светлаков снова эксклюзивно наш», — написала она в личном телеграм-канале. По словам Тины, телезрители часто связывались с руководством канала и просили вернуть на экраны Сергея Светлакова. Руководство прислушалось к мнению поклонников и решило снова привлечь к работе знаменитых комиков, начавших карьеру на ТНТ. «Сережа — это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра Ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами», — прокомментировала директор телеканала. Напомним, Сергей Светлаков принимал участие не только в передачах ТНТ. В 2018 году генеральный директор СТС Медиа заявлял, что шоумен покинул телеканал и будет работать на СТС. Артист вел шоу «Русские не смеются», «Светлые новости», «Полный блэкаут» и успел сняться во многих других проектах.